Всем добрый день, вы на канале Перевесновик без денег. Сегодня мы опять вам показываем обзор дома, который мы смотрим для наших друзей в Староминской. Это не реклама, это мы просто смотрим дома, чтобы вы могли прицениться. Если будет реклама дома, в дальнейшем скоро у нас будут тоже ролики с рекламой, там я и буду говорить, что это реклама. Продается дом, так и будет написано в названии ролика. А здесь мы просто смотрим дома, чтобы вы могли прицениться, посмотреть, что, какие дома гости выбирают, как выбирают, каким способом, как смотрят. Ну и далее, чтобы вам было все-таки интересно. Наш канал, мы стараемся, конечно, его развивать, снимать какие-то более интересные ролики. Я знаю, что у нас на канале в основном люди смотрят те, кто собирается переезжать. Потому что их интересуют в основном обзоры домов. Многим интересует наша жизнь. И причем у нас немножко разнообразный канал такой. Мы снимаем всего понемножку. Вот. Так что поддерживайте нас. Делитесь нашим видео с друзьями в контактах, в соцсетях. Везде, чем можете. Этим вы сможете нас поддержать. А так пишите лайки. Пишите комментарии, точнее сказать, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. Мы будем очень рады, если вы будете с нами, будете нас поддерживать. Чем вы больше смотрите наши ролики, тем больше набирают просмотры они, тем больше нам интереснее заниматься этим. Так что все зависит от вас. Если будут ролики набирать больше 1000 просмотров, по 2, по 3, конечно, да, нам будет это интересно. Снимать видео какое-то для вас и выкладывать. Всем до новых встреч. Смотрите. Всем добрый день. Приехали опять посмотреть домик Староминская. Да, дом 62-й. Это вот это у них. Это вот этот домик. Да, я просто думал, это к одному относится. Это бабулька, она сказала, она где-то живет, да? Ее нету. Надо звонить. Сколько этот дом? Какой тенечек. Я не помню. Галя, сколько? 1 050 000? 850. 850. Вот такой маленький домик. Железный. Что там, открыт он? Что, она говорит, заходите, смотрите, да? Нет, это не все, это как кухонка сделана. Да, видите, ванна есть. Единственный здесь нюанс. Вот такая маленькая ванночка. Туалета нет. И маленький нюанс. Печка газовая, форсунка. Ну, в дешевых домах не сама. Здесь, естественно, котел. Вот такой маленький домик. 850, да? Самой Староминской находится. Тот дом, у цыгане-то такой добротный за 800, да? Ну да, тут побольше, это маленький. Вообще, ну там печка, а тут газ. Этот маленький как бы на двоих домик.
экспедитор умный. Тут вот огород. Дальше идет. Тут такие хозпостройки. Здесь все для птицы сделано, да? Ну и огород вот туда, в длину. Огород в длину. Тут в огороде есть, он, по-моему, скважина. Рассказать некому про дом. Про дом здесь нам рассказать некому. Ой, под ногами орехи валяются, как на шариках ходишь. По этим грецким орехам. Я не знаю, их не их 500, ну, этот... всего в земле. Это, наверное, вот это 500? Да, или вот это? До туда. А, туалет. До туалета, наверное, да. И туда, может, даже до... Ну, 500 так нет, наверное, да. Это, наверное, может и все быть до туалета, наверное. Это вот орех. Да, домик маленький, чисто на двоих. Граничит вот так с соседями. Домик. Единственное, что здесь такая хорошая груша. Да. А как их тут? Вот их же надо подкармливать, да? Каждое дерево. Как вам впечатление вообще? Посмотрели мы два дома. О, Толя! Ужас! 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 Это вот такая ценовая категория домов идет. Это староминская, дома здесь дорогие. Не, дорогие, но пусть бы было хоть... приятнее, что ли, участок бы какой-то был. Ну, грушу купишь за 800. Как вам первые два дома, которые мы посмотрели? Впечатление? Впечатление? Даже не знаю, что сказать. Как есть, говори. Ну, как вы говорите, староминская, если заслужена, то может быть для этой цены и нормально. Для этой станицы. Нормально? Это, ну, дом? Для этой станицы. Цена. Цена. Ценовая категория. Ой, пойдемте скорее. Хотелось бы лучше. Вот такой маленький домик. Дом с газом. И деревьев нет никаких. Одна груша.